так, это, видимо, забор. Так. Ого, сколько снега. Вот это снега тут. Так, что тут у нас? А табличка стерлась, не видно уже ничего. Полотенчик остался чей-то. Так, ну тут только на карачках. Это столовая. Была тут столовая, вот так все засыпано. Твердый снег вообще. Вот, я тут в столовой лежу и шифер рукой трогаю. А тут гнездышко ласточкино, вон полное. Так, ну туда пробираться не буду, пойду кельи посмотрю. Так, в кухню не попасть. Так, опа. Ух. О. Оп. Так. Вот. Еще какое-то полотенце. Что-то полотенце позабывали. Да. Ну что тут? Кельи интересные, вокруг тут это. Бывает как-то ямки такие. Ага. Кельи они обзывают курятниками. Песня такая есть. О, колокольня. Эту засыпала. Ого. Вот это снег. Это же площадка вот тут самая. Это наблюдательный пункт. Земли, да, Андрей? Да. Где-то метра два. Вот, вот выше. Я стою вот даже еще чуть-чуть выше. Вот. Это вот стою, ну, можно сказать, ни на чем, на воде. Так. Ну что, эти кельи тоже обойдем. Такая, сюда, наверное, любят все садиться, особенно девушки. Это как называлось там вот эта штука? Бум, бум, да? Ага, турнички вот для ребят, качели. Так. Мое колено. Тут снег мягкий, я проваливаюсь. Волков-то нету здесь в этих краях? Тут что-то вой какой-то. Не взяли мы с собой. Ох, еще себе. Тут под тверже опять пошел снег. Так. Но при этом он еще звенит чуть-чуть. Нечем ударить, да? Било. Било. Убрали его на зиму. Там же тоже, по-моему, колокол висел, да? Да, там баллон. Вот, кстати, тут било. И есть, вот оно. Вот. Да, снизу весь. Ну да, не звучит. Так, ну отвязывать не будем? Или отвяжем? Да. Все-таки ударим по разу-то. Андрей, как скажешь?
вот этот, может быть, отвяжем било? Ну-ка, попробуй. А, ну достаточно. Ух ты. Ну да. Ну все равно есть зуб. Ну давай еще хотя бы пару ударов. Зуб кто-то подумает, что лагерь приехал, прибегут. Да. Вот это засыпало. Отлично. Вот тут-то, вот в этой келье мои дети жили. А, вот это. Вот Валерия с Софикой будете смотреть, вот ваша келья. Вот тут все закрыто. Надо вот это повернуть. Вот заяц, следы здесь. Вот. Да, да. Вот, вот это же тоже чьи-то. Да. Слушай, а это кто-то... Нет, это может дальше, просто с крыши чекает. А, ну, может, как это иначе. Я думал, может, зайцы территорию метят. А это что за здание вообще? Я что-то возле кельи там. Тоже кельи? Чтоб не замерзал. Ну и он еще под снегом укрыт. Тоже же, да, как утеплитель снег? Под снегом, вот сейчас вот там где-то копну, там земля не заметит. Снег. Не потопчем-то, Викторию? Ну, слава богу. Интересно, конечно, зимой лагерь увидеть. Эти подгнили, да, уже скоро отвалится. Лишь бы не провалилось только. Но они-то сейчас уже не будут у них жить. Они теперь только будут при. Теперь он говорит, Игнатий, это будет как музей. Да. Это у нас в Фрунзе, ну, в бывшем Фрунзе город. И этот основатель города, или как, ну, в честь кого город назван был раньше, Фрунзе, Иосиф Фрунзе. И у нас там есть, ну, музей в городе, центр, ну, центральный, или как музей Фрунзе называется. И там большое здание построено. А внутри здания такой маленький домик стоит, это в котором жил Фрунзе, такой саманный, такой все, весь за стеклом там. Так и здесь, наверное, лагерь весь потом под стеклянный купол поставят, там будет заповедник веры там, да? Да. Что реально в 21 веке люди вот так жили. Добровольно. Интересные тополя здесь, вот они такие раскидистые. У нас таких нету. У нас все тополя как свечки ровные. Тем летом нам привезли тут это откуда-то саженцы, такие пирамидные. Мы там на пруду вот посадили, и мы возле дома девушку посадили. Не взялись, да? Ну, у меня всего два взялись. Остальные так. Потому что я не высокий, как у вас. Фонарь, да, тут есть. Да. Летом с вертолета снимал вообще. Видел это же видео, да? Такой, как этот оазис такой среди степи. Угу. Вот тут можно еще келью вырыть зимнюю. И он плотный такой снег вот наметает, как-то он уплотняется. Да, он это, когда какие-то плоды, допустим, на улице, ну там минус 5, он такой-то гибкий. И плотный. Вот такой вот набивает. А когда если турист, то он такой, когда мороз. Ну что, пойдем уже? Пошли, ну. Спаси Христос.
за экскурсию. Так, это что тут красное? Чтобы не ударяться на это. Это вешалка, видимо. Надо эти ветки подпиливать, уже ток будет уходить в землю. Ну ты быстро сейчас так поехал, впечатливо. Ну все, поехали. Мягкие, да, достаточно? Ну, играют такие, не прям пластмассовые, они... Резина. Слушай, а если порвется, они продаются, эти резинки? Вот эти? Да, ну, гусеница. Они еще продаются, потому что она... 1020, наверное, 30, да? Ну да, надо беречь поэтому ее, да, там по асфальту не ездить, по каким-нибудь камням. Колесики тут всякие. Все пластмассовое, надо же. Вот интересно, как он, ну вот эта вот резина, а это на морозе, как она может сохраняться? Если это минус 30, то едешь? Ну да. Ну ездите же минус 30, не отламывается? Ну, редко, когда уж шибко такая смертельная необходимая. Ага. 30 грамм уже это не будет. Ты когда едешь, там у тебя вообще 50 грамм. Сейчас я буду пробовать тогда. Тяжело.